Здравствуйте, добро пожаловать в прекрасный город Домодедово, стадион «Авангард». Здесь сегодня в рамках пятого тура Мелбет первой лиги «Велес» дома принимает «Уфу». Москва, Подмосковье, Домодедово, одним словом. Голкипер номер 86-й Николай Рыбиков. Плеев из-за боковой. Ну, я жду, что игра постепенно будет раскачиваться, обороты набирать и чем-то опасным обрастет. Пас чуть назад, здорово. Ортис, дальний угол, 1-0. Просили, получаем. 1-0 открывает счет, Уфа. И как же просто все это смотрелось. И как же медленно катился мяч. Но даже при этом надежно сыграть не сумели хозяева. Играет чуть назад. Один из защитников, это был Сухов, подача, Ортис под скидку, внимание, удар в дальний угол и вытаскивает на сей раз мяч из этого самого угла Николай Рыбиков. И хозяева, и гости, вот указание от арбитра, смотрим, удар, рикошет, удобный, причем и скидка направо, мимо штанги, первый момент Велеса в матче на 34-й минуте. Внедряется в штрафную, прострел, опасная ситуация, удар нужен. Уже устал Минаев и до мяча не дошагал. Камилов бьет вот так! Камилов бьет и 2-0! Говорили мы сегодня о том, что это Велесу привычнее быть издали и забивать. Голубев, поигравший в молодежной сборной России. Подача, удар, Кукушкин тащит, добивали. И здесь тащит Кукушкин, впрочем, другого мнения. Футболисты Велеса, тут только от линии смотреть. Повтор соответствующий. Самый опасный момент, который был с игры у Велеса, возник на 94-й минуте. Красный — это главному тренеру Велеса Михаилу Сальникову, который покидает пределы поля. Давайте посмотрим еще раз подробно. Ну-ка. И звучит финальный свисток. Уфа одерживает очень непростую с точки зрения энергозатрат победу.